10:27, суббота. Овощеводческая ферма Джинжи Видовин. От родимого порога вновь зовет меня дорога. Карди Мэй, Плутон притащила? Да, притащила. Вот. В бабулиных кладовочках чего только не заваляется. Вот ты последний ингредиент. Ого, а это радиоактивная дрянь. Классная штука. Да, еще какая. Ничего, ничего. Они еще пожалеют, что выставили нашего призового хряка на посмешище. Я им не прощу. Не, головушки, это не хряк. Это поросячий тушканчик какой-то. Посмотрите! В тот момент я поклялась самой себе, что уж на следующий год первое место будет за нами. Сама знаешь, если мы не можем вырастить призовую свинью, то тогда зачем жить на белом свете? Уж точно! Хоть мы и пичкаем хряка турнепсом 3 раза на дню, неплохо бы добавить немного допинга. Слушай, а где ты откопала этот рецептик-то? www. Потенциально опасные молочные смеси для хряков.com. Класс, до чего дошел прогресс? Не забудь, только 1 глоток. Переборщим, кто его знает, что может случиться. Ну почему тебе обязательно нужно командовать? Потому что я на 45 секунд тебя старше. Подумаешь, только научилась шнурки правильно завязывать, и туда же. Без тебя знаю, что только 1 глоточек тоже мне. Квантовая физика. Может быть, я и сама поумнее любого ученого. Эй, Корни Мэй, по телеку борьба! Борьба? Ура! Вот это класс! Супер! Что там за грохот? Гляди, гляди, тот, что в красном, череп ему проломил. Лихо! Такой лапочка! Ой, что это за чертовщина? Будьте добры, соедините меня поскорее с сыром. Благодарю. Почему-то считается, что собаки лучшие друзья человека. Но что мы на самом деле о них знаем? Уверяю вас, все собаки входят в тайную организацию, призванную спасать людей от всяческих напастей. Сейчас вы увидите, как они действуют. Это секретные материалы псов-шпионов. Свинопотам или дело поросячьего мутанта. Долго он там будет плескаться? Экстренное сообщение агента Лозеро. Вот так, а хозяин в душе. Митц, это Ральф. Организуй звонок. Расплюнуть. Алло? Это мужественный и неотразимый хозяин дома. Ну, в общем, да. Ральф, вглядись хорошенько в эту гору свинины, которая движется по Хьюджи-Аполиске. Мобилизуйся, поручаю это дело тебе. Представляете, какой кошмар мне, топ-модели, не с кем поболтать. Поговорите со мной. Ральф! Порядок. Алло? Алло? Не вешайте трубку. Ральф, сорвать такой разговор. Марш на улицу. Что дальше, сэр? Я направил тебе в помощь суперагента. А, Скрибл, а что, больше никого нет? Совсем-совсем никого? Боже! Ладно, Скрибл, что толку скулить? Идем. Скоро свинопотам будет здесь. Свинопотам? Ну, мегахряк. Какая разница? Эй, глянь, на город движется монстр. Опять надоело. Правда, свинья, что-то новенькое. Глазированных не осталось? Свинопотам. Не понял? Подкрепиться? Откуда? Мама родная, Скрибл, так вы со свинопотамом мыслите и чувствуете на одной волне. Да, Скрибл, отдаю тебе должное. В душе ты свинья. Скрибл, перед тобой все виды пищевых продуктов. Зная твою беззаветную любовь к еде, поручаю состряпать аппетитнейшее и навкуснейшее из всех блюд. Впал в транс. Кажется, свинопотам проголодался. Похоже, редкостная гадость. Ну ничего, глянь, я попробую. Ну-ка ся. Да, просто невероятно. Скрибл, это для дела. Ты слышишь? А я-то хорош, додумался. Еду тебе доверить нельзя, значит, давай рули. Скрибл, приманка, что надо. Агент Зеро, это Ральф. Свинина у нас на хвосте. Ждем дальнейших приказаний. Молодчина, Ральф. Вижу вас на радаре. Через пару миль будет ферма. Гоните в поле. Сворачивай. А ты неплохо водишь. Лихой, я бы сказал, наездник. Да, Турнепс. Что еще нужно для счастья? Кто-кто, наш свинопотам здесь надолго застрял. Эй, гляди-ка, что это там? Ах, наш поросенок! Какой громадный! А Турнепс у нас объедение! Отлично, Ральф. Свинопотом обуздан, девчушки при заслуженной награде. Кстати, им присудили первое место из-за Турнепс. Отлично, сэр. Но где наш Скрибл? Я думал, что здесь. Прирожденный гонщик. О, Юстон, приступаю к установке флага. Деньги или дело валютного кризиса? Луноход на связи. Объект прибыл. Маленький флажок одного человека. Не там, туда нельзя. Стал знаменем для всего человечества. Ладно, дособирать камней и домой. Я знал. Знал, что они все испоганят. Луноход вызывает Зоро. У нас тут утечка. Эти остолопы проткнули Луну. Сверхсекретная лаборатория агента Энгиса. Наш агент Луноход, находящийся на Луне, изо всех сил борется с утечкой, но безуспешно. Да, ремонтник я еще тот. Но в гольф играю еще хуже. Луна накрылась медным тазом. Друзья, на нас лежит задача построить новую, причем с нуля. Простите, сэр, но раз Луна размером с Австралию, может, закинем никчемный материк на околоземную орбиту? Эй, полегче. Или сварганим новую. Если бы все было так просто. Видишь ли, Ральф, новый спутник улетит нам в копеечку, а мы испытываем недостаток в средствах. Год выдался нелегкий. Внедрение наших агентов под видом гуманоидов по $4 миллиарда за штуку. Причем 6 из них мы потеряли едва ли не сразу. Ремонт упряжки 5, дорожные расходы отдельных лиц в связи с поездкой в Нью-Йорк, сооружение телескопического лучемета, который теперь пылится на складе, косметическая хирургия для Несси. Оборудование для проверки уроков, расходы на защиту маленького Томми и так далее. Одним словом, мы на мели. И хорошо еще, если не в долгах. О, и что теперь? Что делать, а? За операцию спасения отвечает агент Нуду. Нуду. Merci beaucoup, monsieur Лозеро. Прошу всех ознакомиться с нехитрыми расчетами. Глянь, нехитрые. Похитрее тетушки Молли, что вышла за крокодила. В среднем каждый человек теряет до $11.73 в год. То есть 7,38 в 10 степени или 70 миллиардов 380 миллионов. Осталось только найти эти деньги. Из соображений секретности мы планируем осуществить подмену лун во время лунного затмения ровно через 9 дней. Так что включайте обоняние и вперед. Мест, где можно обнаружить карманную мелочь, великое множество. К примеру, под торговыми автоматами. Думаете, эти напыщенные пижоны станут ползать на брюсе, высматривая закатившуюся монетку? Куда там? Боже мой, какой беспорядок! И что я, спрашивается, здесь в этой непролазной грязи делаю? Нет, чтобы хоть кто-нибудь сказал, что вы, мистер Винерман, хватит трудиться. За свою долгую жизнь вы достаточно поработали. Не утруждайте себя, а мы сами поищем монетки. Так нет же, ползай тут по всяким забытым богом помойкам среди вонючих объедков. Собачья жизнь, просто собачья. Кстати, не забудьте про самый элементарный источник доходов. Диванные закрома. Облом, прокол, ноль. Если же закрома пусты, существуют и иные методы повышения продуктивности. Ральф, прекрати! Что тебе надо? Ральф, сидеть! Что за удовольствие беситься? Так-то лучше. Умница. Коллеги, где бы вы ни находились, нос в землю и вперед. Нам позарез нужны рубли. Не меньше нужны и иены. Присылайте. Из Понго-Тонго прислали монетку. Вот-вот прикатит. В буквальном смысле. Скажите им, больше не надо. Естественно, кое-кому придется прождать до весны. О, нет! Нечего ждать. Времени в обрез. Для такого дела не жалко. Видишь, Фонни, денежки кладем в копилку. Еще немного, и будет тебе ошейник с бриллиантами. Разумеется, более находчивые из вас прибегнут к нестандартным средствам добычи. И незадача. Надо же, столько денег на полу валяется. Друзья, только ваше упорство и недюжный ум помогут нам справиться с трудной задачей. Мы почти у цели. Продолжайте в том же духе. Шлите скорее денежки, не то смотрите, музыкой замучил. И раз, и два, и три. Нет, спасибо, достаточно. Спасибо, Фрэнк и неподражаемые клещ-маньяки. Только что поступило сообщение. Мы набрали нужную сумму. Можно приступать к строительству Луны. По ту сторону Луны. Продолжайте работать. Вот-вот начнется лунное затмение. Не хочу давить, но нельзя ли поторопиться? Луноход, это Ральф. Операция «Новая Луна» завершена. Приготовьтесь, лунное затмение начнется через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Отлично, друзья. Новая Луна по своей конструкции даже лучше прежней. Надолго хватит. Очень на то надеюсь. Спасибо, ребята. Я чуть было не устал. Не за что. Эй, кто-нибудь видел Скрибла? Говорил ему далеко не уходить. Опять, наверное, хулиганит. Дальний космос, планета класса М с крайне впечатлительными формами жизни. Учебные видеоматериалы. Внимание, кадеты, учебный фильм за номером 891. Папа, а что эта собачка делает? Понимаешь, собаки – животные глупые. Полагаю, так они чешут спинку. Язык жестов класса Земля-воздух имеет колоссальное значение в плане передачи информации. Ну ты понял? А, да, конечно. Слово односложное. Газ. Нет, гад. Гад? Ну ты скажешь. Ошибочка, груз. Второе. Предлог, нога. Нога? Где нога? А где предлог? Нет, минутку. На. Предлог. Последнее, запад. Запад? Все ясно. Груз увезли на запад. Вас понял. Уходим. Запомните хорошенько пословицу. Чем дальше в лес, тем гуще блохи.